Город чище, на душе веселее. К общегородскому субботнику, прошедшему 4 октября, присоединились и городские предприятия. Более 150 сотрудников муниципальных предприятий вышли на уборку парка 50-летия октября. С места событий наша съемочная группа. Фронт работы отсюда, вдоль канала, весь мусор, мелкие ветки собираем вдоль дороги, вдоль забора. Бутылки, банки, пакеты в мешки, ветки в самосвалы. Осенний субботник – это генеральная уборка перед приближающейся зимой. К работе по традиции присоединились и самые крупные муниципальные предприятия – теплосети и водоканал. Весной первый раз, да, в этом году были здесь, сейчас вот второй раз. То есть в основном, то есть парк расчищается от подлеска, то есть ветки выносятся, вырубаются, да, и убирается мусор, то есть от которого отдыхающие оставляют пустые бутылки, пачки от сигарет и пластик. Желтые и белые бейсболки с логотипами организации, как маячки среди деревьев. Каждая команда идет в своем направлении, а вот работа у всех одинаковая. Причем некоторые приезжают на субботник целыми семьями. Ребенок сам хочет убирать город Вологду. Выразила свое личное желание быть с мамой и помогать убирать мусор. Воспитание, прежде всего, эстетическое, что нельзя мусорить, за собой надо убирать, чтобы ребенок это с детства понимал, что если ты бумажку бросил, кому-то потом это приходится убирать. От теплосетей в общегородских субботниках каждый раз принимают участие больше сотни человек. За предприятием закреплены не только парк 50-летия октября в Лукьяново, но и территория парка Мира, а также часть набережной реки Вологды. Причем каждый выходит на работу по желанию, ведь это традиция, которая сложилась десятилетия назад. Проходили субботники ленинские, то есть и всегда, в принципе, к этому относился очень положительно, потому что кто, если не мы, могут прибрать какие-то территории городские, подшефные. Кроме работы, здесь еще присутствуют такие определенные элементы отдыха, общения в коллективе предприятий, общение с коллективом других предприятий. Почти всегда бок о бок с теплосетями работает именно водоканал. На этот раз более 50 сотрудников плюс 7 единиц техники, самосвалы, погрузчик, трактор и газель. Мы не можем находиться в стороне на сегодняшний день месячника «Чистый город». И сегодняшний олимпийский субботник, естественно, мы по максимуму выделили своих работников. Самое главное, чтобы всем было весело и интересно работать. У нас вот такие лейбы. Мы леопарды все. У нас будет, скажем так, в соревновательном плане конкурс. Впрочем, независимо от результатов соревнования, все получили награду. Горячая каша, чай – лучшее угощение в холодный октябрьский день. Гречневая каша с тушенкой, морковкой, луком. Вы снова продегустировали? Естественно. Казаки всегда вкусно кормят, посмотрите. Парк 50-летия октября теперь готов встречать зиму. Но другие территории еще ждут уборки. Присоединиться к общегородскому движению за чистоту города можно до конца октября, обратившись в свою управляющую компанию или в диспетчерскую департамента градостроительства и инфраструктуры по телефону 72 35 53. Александра Шар, Михаил Прыщев, Вологда Портал.